Девчонки, всем привет! Сегодня я просто в ударе решила сразу же, пока есть свободная минутка, снять небольшое видео о пустых баночках. Ой, простите. Извините, девочки, последнюю баночку забыла. А корзиночка у меня будет вот такая, вот с такими продуктами. Это будет мое мнение. Здесь будет всего понемножку уход за волосами и уход за лицом. Начну, наверное, с ухода за волосами. Подошли к концу мои пробы вот таких вот баночек от Белита Vitex. Это бальзам для волос, бальзам-кондиционер и бальзам восстанавливающий. Он идет, один кондиционер идет с кашемиром и с биотином, а другой идет восстанавливающий. Масло норковое, масло кокосовое, ланонин, крапива, алоэ и так далее. Что могу сказать об этих бальзамчиках? Собственно говоря, вот этот вот бальзам, он действительно, знаете, он после него волосы, они подлеченные получаются. Я понимаю прекрасно, что здесь какие-то, может быть, силиконы, либо еще что-то, но волосы достаточно очень неплохо с ним выглядят. За те копейки, что я его купила на пробу, мне очень сильно понравилось. Не бюджетное средство, точнее даже не экономичное средство, потому что мне его всего хватило на мои волосы, ну, раза, наверное, на 4, максимум на 5, то есть тут 200 мл, он достаточно жидкий. Я его просто выдавливала уже просто под конец, чтобы добить, так скажем, выдавить побольше, чтобы хватило на волосы, потому что когда ты его распределяешь, он превращается в такую водичку и начинает стекать. Это недостаточно, так скажем, приятно, когда вот пользуешься этим, но результат неплохой. Купила его действительно за сущие копейки на сегодняшний день. Он, знаете, такого зеленоватого цвета, специфического, салатового, такого интересного. Запах достаточно резкий, но что случилось, что и как он работал на моих волосах, мне очень сильно понравилось. Буду покупать еще, думаю, попробую еще. И следующее, его мне хватило на раз 6, он достаточно чуть гуще идет, он уже белого цвета, у него такой своеобразный, навязчивый, специфический запах, но который моментально выветривается. У него, после него хорошее расчесывание, как и после этого, он достаточно приятный, хорошо распределяется по волосам. И что мне понравилось у этого бальзама, у него тоже достаточно легкое расчесывание. Можно, знаете, вот я отношусь к тем людям, когда я вымою волосы, и у меня есть привычка их просто расчесывать. Вот с этим бальзамчиком получается. Вот, девочки, присмотрите, он тоже стоит достаточно бюджетно. Мне понравилось, то есть как бы много говорить о нем не буду. Девчонки, если встретите где-то, просто возьмите, попробуйте. За те денежки, которые он стоит, его можно попробовать, и вы не разочаруюсь, все больше, чем уверена. А следующее, что для волос, это мое, знаете, 50 на 50 мнение, это вот такое вот масло для волос Керанова, оно с натуральным экстрактом лопуха и крапивы для ежедневного использования. Что оно делает? Укрепляет корни и стимулирует рост волос. Вроде бы как органик, вроде бы действительно это было двухфазное такое средство, там вот чуть-чуть еще осталось. Мне хватило на 3 применения на мои волосы. Первый раз, когда я его нанесла, я его кое-как смыла, потому что это было просто какой-то трэш, он не смывался. У меня было впечатление, что я нанесла, наверное, не растительное какое-то масло, а, наверное, машинное просто слили, и я его на волосы нанесла. Сказать, что после него волосы дико росли, либо не выпадывали, нет. Результат как таковой не прочувствовал. Да и вот этой вот бутылочки 100 мл мне хватило на 3 раза. Девчонки, я не знаю, на какие это волосы надо, но мне не понравилось. Стоила она в пределах 200 рублей. Что-то как-то совсем нет. Мне не понравилось. Так что смотрите сами. Следующее, что я хочу показать, это вот такое прям органическое-органическое. Это Organic Beauty. Такая вот байда, жидкое мыло с запахом горный пион и листья малины. С натуральным мыльным орехом. Что могу сказать? Вот я бы перелила вначале в помпу с дозатором для мыла, для мытья рук, пользовалась, надоел запах. То есть вот он, знаете, такой он малинка, вот этот пион, вроде бы натуральный, но когда ты используешь, оно прям вот химозное-химозное, ну, надоело. Потом я решила его использовать для волос, для тела. Что могу сказать? Не пересушивает, достаточно хорошо пенится.
мне понравилось, по большому счету. Больше плюсов, чем минусов. Но вот с учетом того, что вот в итоге использования запах получается прям приедается химически, я, наверное, возьму какой-то вот для, знаете, для таких вот бытовых хозяйственных нужд, там где-то что-то нужно помыть, чтобы приятно был запах, там может быть что-то вымыть, там либо еще, я его возьму однозначно. Но, может быть, попользуюсь для мытья рук. Но как-то, знаете, вот 50 на 50, но если кому-то нравятся вот такие вот запахи, и стоит это что-то, я купила в пределах 100 рублей или 200 рублей за литр, представляете, за литр. Я не знаю, там где тут органика, но, в принципе, такое, знаете, мнение о нем. Достаточно размытое. Дальше покажу вот такое количество различных пробников. Почему показываю пробники? Вот сумбур, да, по большому счету. Я долго думала, попробовать ли мне LCF фибрология, потому что LCF мне, в принципе, шампунь вообще, ну никак, я не могу никакой из них, из линейки LCF себе что-либо подобрать. Прикупила журнал Cosmopolitan, по-моему, и там были пробники. Знаете, я так обрадовалась, думаю, ого, я попробую и узнаю, какое мнение о них. Мнение мое о L'Oréal не изменилось. Для меня, для некрашенного, для неокрашенных волос, это, знаете, такой вот полнейший бред, потому что, ну, чувствуется в бальзаме силикон, и такое впечатление, ну, неприятно, мне не нравится. На следующий день, простите, после мытья волос, вот я вечером вымыла волосы, утром встаю, и ощущение того, что у меня волосы не свежие, а мне это, ой, как не нравится, и... Ну нет, так что, девочки, у кого свой цвет волос натуральный, я вот, ну, не советую. Может быть, на окрашенных он лучше работает, вот на натуральных, ну нет, совершенно нет. А дальше что могу сказать? Это, знаете, вот такая, это Дизао, маска с фруктовыми кислотами, это все, что от нее осталось, с эффектом пилинга. Масочка мне понравилась, единственное, что вот у нее такая, знаете, была, она из нетканого материала. Цена у нее тоже такая, знаете, среднячковая, где что-то 100 с чем-то рублей. Результат неплохой, но при нанесении пощипывает. Сейчас батарея сядет не вовремя. Пощипывает, но всецело мне понравилось. Мне от этой упаковочки хватило на два раза, потому что первый раз я нанесла, я пролежала 20 минут, убрала. Действительно осветляет, там постакне какие-то, после вот особенно высыпаний достаточно очень хорошо. И там просто на следующий день, по-моему, через день я нанесла просто вот этот гельчик, который был. Мне понравилось. Наверное, возьму потом просто упаковочку таких масочек, пройду курсом, как написано. Следующее, от чего я просто вижу и пищу и ищу вот такой же подобный гель, пилинг для лица, это марка L'Etoile. Это очищающий мультивитаминный какой-то идет гель-скатка. Что могу сказать о нем, девчонки? Ну, лучше гель-скатки я просто не встречала. Настолько вычищает поры моментально. Вот такой вот сашеточки мне хватает на 3 раза. Вычищает поры на ура. После нее наносить какую-то питательную, либо еще более очищающую маску, только в путь. Единственное, что вот такая вот сашеточка стоит около 70 рублей. И если вы ее будете набирать, да, там, для того, чтобы систематично проводить масочки, ну, это дороговато. Так что я сейчас в поиске универсальной, гениальной, лучшей там гель-скатки. В общем, девчонки, если будет совет, напишите, пожалуйста, в комментариях. Следующее, это мое знакомство было с компанией Estée Lauder. Я сейчас просто в поиске крема под глаза. И пришла в RevGauche, знаете, лазила-лазила там. И мне девочки дали вот такую вот пробничку. Выцедила, выцыганила я у них. Потому что это не потому, что я какой-то, знаете, хапуга, либо жадюга. Но просто вот я отношусь к тому типу людей, у которого может высыпать какой-то неприятный инцидент с кожей, то есть я могу нанести крем, он мне не подойдет, и смысл мне брать полную размерку, если я могу ее выбросить, поэтому вот я из тех людей, мне нужно взять пару пробников, попробовать, а потом я приду за этим продуктом, сколько бы он ни стоил, то есть если будет слишком дорого, естественно, я там подкоплю и куплю, если будет цена достаточно приемлемая, я просто пойду и куплю. Что скажу об этом Estée Lauder, это Advanced Night Repair, yes. Что могу сказать? Тут всего 2 мл или даже пол, сколько, ну совсем манюнечку. Мне хватило на 2 раза вот этой вот штучки, хотя обычно вот такие вот сашеточки я могу растянуть вообще на неделю использовать, то есть мне там совсем немножко надо.
Ну, что-то как-то я не поняла. Сказать, что что-то совсем плохо, нет. Но, наверное, нужно будет просто взять еще пару пробников для того, чтобы сделать вывод, что брать не полный размер или нет, потому что цена достаточно у него такая, знаете, кусающаяся. Вот, что могу сказать дальше. Девочки, а вот это вот два моих любимица, которых я беру для глазик. Это у нас, получается, два раза брала уже такую баночку, а вот этот я брала буквально полгода назад, хватает мне их на полгода, вот этого вот дуэтика. Это не бюджетное средство, да, там, то есть оно стоит достаточно дорого, но мне нравится, как оно работает на глазка. Стоит вот на ночь, оно, мне нравится, как оно питает, а вот это вот такое, знаете, легкое увлажнение на день, и можно косметику наносить, там, что вы там, консилер, пудру, не скатывается, то есть тушь не течет. Мне очень сильно нравится, девочки, так что если вы захотите, у вас нет каких-то ярких выраженных морщинок, но у вас кожа, как у меня, появляется какие-то первые изменения в коже, то есть она настолько обезвоженная и сухая, девочки, бери, могу посоветовать это. Я просто, ой, простите, я уже как бы давно пользуюсь, я просто хотела что-то попробовать новое, и поэтому как бы в поисках сейчас что-то добавить еще себе в рацион. Но если не найду, конечно, вернусь вот к этому замечательному дуэту, не бюджетно, но действенно. Вот, мы, кстати, еще один такой же кремчик. Вот их у меня целых два. То есть это вот мои друзья, товарищи. Что могу следующее сказать? Это вот такой вот пробничек мне как-то попадался в косметике, в коробочке красоты. Это вот такая вот супер аква сыворотка от Миша. Обалденное средство. Просто, девчонки, сейчас хочу его купить, но ни в одном интернете-магазине я не могу найти. Так что, если, девочки, у вас есть какой-то интернет-магазин, где это продается, это корейская косметика, берите, потому что настолько классно увлажняет кожу, она ее подтягивает, и к тому же какие-то, вот если есть у вас пятнышки, каким-то чудотворным средством, там средство в нем есть, если есть ранка, она ее заживляет. То есть, девчонки, присмотритесь, это супер аква, вот такая вот золотая серия от Миша, просто сумасшедшее средство. Следующее средство, которое хочу показать, это вот тоник от Colorants. Это идет с ромашкой. Что могу сказать, тут 50 мл. Думала, хватит совсем на чуть-чуть, но нет, мне хватило его на месяц, девочки, 50 мл на месяц. Очищает, не скажу, что до скрипа, но, в принципе, такой промежуточный вариант можно. Моей коже хочется что-то более такого, знаете, видимо, аптечного, такого, видимо, там, знаете, Авен, либо еще что-то. Но вот как взять, допустим, travel-версию с собой куда-то в путешествие, либо вы куда-то хотите съездить отдохнуть, можно. И наборчики у них достаточно бюджетные, можно найти, да, купить недорого за такое качество. То есть, девочки, тоже совет. Это очень даже хороший и приятный, достаточно такой, знаете, специфический, но приятный запах. У меня вот какая-то, у меня такое впечатление, что я где-то вот его запах этот встречала. Так, дальше, лице. Это вот такая вот масочка от Organic Shop, омолаживающая маска для лица. Органический экстракт зеленого кофе, шелковое масло и карите. Могу сказать так, увлажняет, да, питает, да, вполне можно использовать. Не чудотворное, не панацея, но вот для того, чтобы баловать кожу, чтобы какой-то уход все-таки присутствовал из увлажнения, я вам советую. Наносите на 10 минут, занимайтесь какими-то своими делами, умывайтесь. Я, допустим, ее использовала чисто утром. Пока там готовишь завтрак, быстренько нанесла ее, приготовила завтрак, умыла, села, уже такая достаточно увлажненная кожа, приятная, напитанная. Дальше просто наносите косметику. И у меня маленький ребенок, и начинаешь, естественно, с ним бегать по каким-то своим делам. Девчонки, присмотритесь, стоит что-то в пределах 100 рублей. Мне очень сильно понравилось. Говорю быстро, так как сейчас закончится уже батарейка на камере. Следующие два средства для ухода за кожей. Это гели для душа. Крем-гель идет у нас питательный с орехом макадамии. Мне очень сильно понравилось. Видите, вымазала все до последней капельки. Очень обалденно пенится. Достаточно экономично, мне хватило его на месяц, хотя тут 200 мл, оно очень густое, говорить много не буду, девчонки, просто идите и покупайте. За те деньги, что он стоит, это то средство, которое, знаете, не стыдно и ванну поставить, и запах приятный, который держится и в ванне, и на коже у вас продержится, то есть вообще классно, мне нравится. Что я не могу сказать вот об этом средстве от Джонсон? Запах не держится, да, он приятный, хорошо пенится. Быстренько, знаете, помылись. Такой промежуточный момент, когда вы помылись в ванне, и вам нужно какой-то свой уход за кожей сделать.
В принципе, неплохо. Оно такое, знаете, сам гель, он перламутрового цвета. Гранатово-перламутрового. Ну, прикольно. Но что-то сказать такого сверхъестественного он делает, как тут написано, преображающий гель. Нет, ну, такой среднячковый, нормальный, бюджетный гельчик для душа. Следующее средство — это уход за кончиками волос. Это вот от косметики Капус. Я его являюсь какой-то, знаете, в последнее время поклонницей. Это Crystal Shine. Флюид для секущихся кончиков 60 мл. Хватило мне его чуть больше, чем на полгода. Он идет полностью, мне кажется, силиконовый. Он запаивает кончики. И вполне даже ухоженный вид от него. Стоит он что-то в пределах 500 рублей можно найти. Средство хорошее, помпа, дозатор замечательный. На мои волосы, на мои кончики мне нужно 5-6 нажатий. Срок годности после вскрытия 12 месяцев. Достаточно, очень даже неплохое. Средства, девчонки, присмотритесь. Если найдете что-то лучше, конечно, ваш выбор. Но вот это средство, я его периодически, знаете, так себе добавляю. И у меня пробничек от Avène. У меня тоже был в коробочке красоты. Это у нас Оптималь. Что-то там ла-ла-ла. Коверкать не буду. Это вот... Фокусируйся. Не хочет он фокусировать, я напишу название внизу. Девчонки, достаточно классно увлажняющее средство. Я вообще с косметикой Avène вот не так давно познакомилась, но скажу так, он меня сразил, эта косметика сразила меня на повал. Это просто у меня уже поюзанная достаточно бутылочка. Оно идет, знаете, такого слегка вот желтоватым отливом и очень приятно пахнет. Так что, девочки, не бюджетно, конечно, но, думаю, на лето можно будет взять как уход за лицом. Тут еще и SPF 20, как бы, в принципе, тоже неплохо. Так, девчонки, это все мои пустые баночки. Надеюсь, вам что-то понравилось. Может быть, вы сделали для себя какой-то вывод. Может быть, вы себе что-то хотите купить. Что-то, может быть, сомневались в чем-то с той же косметикой H2O. Рекомендую, девчонки. И это, наверное, все. Так что прощайте, девчонки. Точнее, до скорых встреч. Всего доброго. Я желаю вам ухаживать за собой. Я желаю вам только приятных покупок и поменьше негативных эмоций. И, конечно, желаю вам оставаться всегда добрыми, счастливыми, красивыми, любимыми, желанными. А с вами была ваша Ира. Всем пока-пока!